Кирилл Ливанов привык проводить вечера не дома с родными, а на службе. С 5 вечера до 5 утра он патрулирует улицы родного города. Если в дежурную часть вдруг поступило сообщение, что где-то произошла беда, экипаж ППС первым приходит на помощь. Его задача – оценить ситуацию, принять возможные и необходимые меры или вызвать другие структуры. Саров – спокойный город, признает Кирилл Борисович, но работы стражем порядка в нем все равно хватает. По сравнению с тем, что было раньше, там, в лихие 90-е, конечно, сейчас обстановка несколько поутихла, то есть стало меньше уличных, значит, преступлений, в частности, вот, краж с автотранспорта. Вот. Но в то же время, как бы, тенденция вот в наркотическом плане сейчас усилилась. По зову долга в патрульно-постовую службу Саровской полиции Кирилл Ливанов пришел в 1997 году. Стать милиционером мечтал с детства. Первые патрули в должности стажера вспоминает с улыбкой. Сегодня нет уже ни той робости, ни волнения, что были в первые дни. За плечами 25 лет работы, огромный багаж знаний и опыта, который Кирилл Борисович передавал стажерам. В апреле он уходит на пенсию, но родное УВД навсегда останется в его сердце. Вспоминать буду, конечно, многочисленные дежурства, вызовы правонарушителей, с которым приходилось иметь дело. За годы службы Кириллу Ливанову вручили немало наград. В 2019 году он получил нагрудный знак «Отличник полиции». Также был награжден медалями МВД России за отличие в службе 3, 2 и 1 степени. Занесен на доску почета Муниципального управления МВД России по ЗАТО Саров. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.